сейчас на Poco X3 будем клеить дешевое китайское стекло. Ну, относительно дешевое. Не Нюкин, конечно. Но тем не менее. Потому что пленка очень сильно притягивает к себе всю пыль с кармана. Весь подготовительный процесс наш очень много пыли, и уже вот в одном месте пленка начала заворачиваться. Защитная пленка, возможно, даже гидрогель, я не знаю, какая-то она интересная. Аляфобка есть, даже в перчатках слышно все это дело. Ну и куча статики, которую нужно будет снять. Первое, подготавливаем наше 9B. Стекло берем первую салфетку и первой салфеткой вытираем, ну, по сути дела, моем все стекло от загрязнений. Да, Аляфобка классная, здесь сразу сворачиваются капли. Ну и, соответственно, липучки у нас нету, поэтому попробуем обойтись так. Очень много остается волосней всякой. Это плохо. Пыли много притягивает стекло. Ну, потому что здесь пластиковый корпус. Возьмем скотч. Пройдемся скотчем. Его не обязательно приклеивать. Просто дотрагиваемся. И все. Так. Вот сейчас чисто. И ничего такого не видно. Теперь аккуратно отслаиваем наше стекло от основания. Вымеряем, куда нам его положить. Пошло расходиться, приклеиваться. Ну, приклеилось практически идеально. Есть одно место, вывели. И вот здесь вот еще в конце очень много свободного пространства пустоты, не проклеилось. Все это может быть из-за стекла, либо же
из-за кривизны стекла на аппарате. Ну вот, видите, внизу осталось. И здесь боковая грань. Ну, боковая, она уйдет, проклеится. До конца. В принципе, результат хороший, если бы не вот это дело. Теперь это придется выгонять картер. Вот странно, выгоняешь картой, а оно еще больше воздуха набирает. Тут какой-то карман. Видно? Вот так вот. На стекле есть хорошее олеофобное покрытие, поэтому хоть оно и дешевое, но его можно смело рекомендовать к покупке. Ну, все вышло. Я думаю, что через час-два полностью отсюда весь воздух уйдет, проклеится до конца. В общем, как-то так.